По словам полицейского и активистов, Андрей Мухаметзянов изначально был за рулем ленд-крузера 300, но после остановки авто он все отрицал. Что ты видел? Видел, что перелезли вы. Давайте власти. Кого вы видел? Власти. Власти, говорю. Что вы видели? Мужчины, вы только что за рулем сидели. Тут я тоже видел, что вас. Вы перелезли. Я? Видели вас, да. Я сижу сзади. У вас будет уголовная ответственность, я знаю вас. Недавно останавливал Казанская, да, Московская. Инспекторы ДПС оформили материалы по пьяному вождению, но спустя несколько дней дознаватель отказал в возбуждении уголовного дела, так как якобы было мало доказательств. С этим решением не были согласны активисты ночного патруля. Они написали письмо в Генпрокуратуру, и вскоре в отношении Мухаметзянова все-таки возбудили уголовное дело. В феврале материалы передали в Первомайский районный суд. Как выяснилось, обвиняемый еще до начала разбирательств куда-то спрятал свой ленд-крузер стоимостью более 12 миллионов рублей. Фактически вину в содеянном обвиняемый не признал. Период уголовного преследования принял меры к сокрытию местоположения автомобиля, которым он управлял при совершении инкриминируемого преступления. При таких обстоятельствах на его имущество наложен арест. Максимальное наказание за повторное пьяное вождение до 2 лет тюрьмы, если Мухаметзянова признают виновным, и если его ленд-крузер так и не найдется, то с него могут взыскать сумму соразмерную стоимости автомобиля. Сергей Пичугин, место происшествия.